Вот и вся, вот и началось теплое лето. Совсем мальчишкой я к бабушке еду. И как были, повторим обязательно, так что ждем и надеемся, кто на рынке приедет к вам. И спать охота. Завтра с утра в аэропорт. Привет, Казань. Привет. Мы в Казани. Трек просто пушка. Кахляр. У тебя вышла песня. Окей. Даже с днем рождения поздравляю. Короче, фильм снят. Идут монтажные, фильмомонтажные работы. Вот. Так что, ребят, всем, кто ждет, всем, кому интересно. Трек, статус уже в сети, алло. Кто в Омск? Я не знаю, когда в Омск. Привет, сказали. Всем большой привет. Ждем магнитки. Окей. Мне нравится мама Вильчи. Мне нравится дядя Билли. В Донецке еще не был. Новосибирске. Окей. Пензу мы тоже приедем. Фильм про что, Альберт? Короче, ребят. Я тебя поздравляю с прошедшим днем рождения. Фильм, чё про что? Я даже не скажу про что. Скоро будет, ребят. Посмотрите тизер, кто не смотрел. В Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме все есть. Так что в январе планируем выпуск. Так и за. Красавчик, так держать. А ты делаешь совместный эфир? Я, бывает, делаю совместный прямой эфир. Ну, конечно. Только сегодня уже поздно, наверное, и у всех будет выключен свет. Так что... Я думаю, смысл в это время делать. Они не спали. Ну вы чё? Как дела? Нормально. Вы чё, куда пошли? Тебя увидели. Меня увидели? В прямом эфире меня увидели? Да. Охуеть. Здорово. Спалили меня, да? Ты чё, психаря стоишь, да? Я психаря стою, никого не трогаю. Домой ехала. Чё, как у вас, всё нормально? Ладно, будем тебя отвлекать. Ладно. А сфоткаться можно? Сфоткаться можно. Да, давай сфоткаем. На, веди прямой эфир. Я видео снимаю. На, я веди. А кто будет нас фоткать? Я буду фоткать. Ладно, давай мне телефон. Давай. Давайте все сразу. А с тобой мы будем фоткать? Да, будем. Давай. Все, давайте аккуратно. Спасибо большое. Давай. Шли, говорит, мы тут. На меня смотрят. Ну, в принципе, ребят, вот так и живем. А где ты находишься? Не, надо менять, надо уезжать скорее отсюда и... Вот, короче, повезло пацанам. Что думаешь по поводу честного парня? По поводу честного я ничего не думаю, ребят, что-то парнишка пропал, пацан к успеху шел, блин, обидно.
Душа болит. Что за... Что за улица? Вообще непонятно, какая улица. Вот. В Оренбург когда-нибудь приедешь. Че я? На что я отвечал? Да, буду когда-нибудь. Марс на каком движке? Я не знаю, ребят, у меня четыркочка, ты чё, черненькая, заниженная, красивенькая, ты чё? Ну, конечно. Ждем в Пензе Ангели. По какому каналу покажут фильм? Ну, я не знаю, по какому каналу, но когда сделают, тогда и будет понятно, ребят. Ну, а пока, работаем над альбомом. Короче, трек-статус будет. Трек-статус, это не то, что это будет из альбома песенка. Как будто в первый раз статус. И, ну, следующее я не буду говорить. Короче, также пишется у меня, записали еще одну песенку, пока о ней будем говорить. Также есть очень много в процессе стишков, которые будем накладывать на песню. Так что, ребят, планируется на осень, это где-то сентябрь, но это не точно, если мы успеем. Если я успею, планируется примерно песен 10. Вот, так что будут новые интересные песни, в новый сезон с новыми песнями. Так что кулачки держим и огонь, вперед. Ждем в Пензе. Окей. Про ВКонтакте ответь. Ребят, там очень много смс, как и в Инстаграме. Если кому-то я что-то не ответил, не обессудьте, то так что понять и простить. Тем более после выхода песни очень заваливают весь директ, весь... Короче, все заваливают. Вот. У меня есть рифма, могу помочь? Нет, спасибо, у меня свои рифмы. Вот. Так и да. Черному как относишься? Что за черный? Черным, что ли? К западу, что ли? Ты красавчик. К западу вообще красавцы. Казань ждет тебя. Я в Казани. Где я? Вот Казань. Вот я. Возьми меня полностью. Ой. И разбей меня с капом. Никита, здорово. Никитос. Смоленск ждем. Ты в Казани, если ты на смокне, уже все, дни исчерпаны. Исчерпаны. Поскольку завтра нужно быть в парке в Москве. Короче, примерно мне сказали то, что мы будем. Я буду выступать в 8 часов. Так что, ребят, если кто-то с Москвы, если кому-то интересно, жду завтра в парке Коломенское. Молодежная сцена. Ну, завтра еще я по-любому объявлю об этом. Так что, ребят. Скоро все будет. Потанцуем, попоем. Где сейчас можно найти песню, которую ты нас сочинил? Я не знаю. Ее нету. Во сколько вылет? Вылет в 10. В Тюмени мы будем в этом году, Бог даст. Всем городам большой привет, всем районам, всем, кто слушает, те, кто на связи. Так, не знаю. Я Руслан Чернов. Я не знаком с творчеством. Москве когда? 8 вечера, ну не утра, ну ты чё? Конечно, вечера. Когда в Казани выступление? Пока непонятно, когда в Казани выступление. Так что... Короче. Когда в Иркутск? Я не знаю, когда в Иркутск. Короче. Ладно, я этот... все, выкал. Завтра с утра вставай. Алтаю, большой привет. Всем, кто... всем большой привет. Челнам, там, не знаю...
Ешь короле тоже большой привет. Стрельтамаку тоже большой привет. Всем, короче. Фильм, когда фильм в январе. Сегодня вышел трек. Статус. Саундтрек к фильму «Статус». Так что, ребят, все, кто еще не знает, все, кто не слышал, вот я вам говорю. Так что также вышел тизер к фильму. Можете посмотреть, всем, кому интересно. Вот. Ну, а так, давайте спокойной ночи всем, аккуратно на дорогах. Завтра встречаемся в Москве, если кто-то будет. Увидимся, потанцуем, попоем. Йоу. Как-то так. Ну и ждем альбом. Альбом, работаю над альбомом, дел много. Такие дела. Ладно, давайте всем доброго, всех обнял. И погнали, я спать. Спокойной ночи, давайте.